Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends and colleagues. My role is rather minor, but in any case, I have the pleasure and the privilege to chair this discussion with a very special guest, with a very special person, with Mr. Mikhail Khodorkovsky, who has become one of the symbols of dissent in Russia over the past years. We know quite well that Mikhail Khodorkovsky falls into the category of people who paid a very, very high price for their dissenting opinion, for their independence. And we do believe, and I think that I'm sharing the opinion, which is quite widespread in Europe, that in fact, with people like Mikhail Khodorkovsky, many people have very, very high hopes concerning the future of Russia, another democratic, liberal-minded Russia. In any case, with your kind agreement, I would like to switch to Russian because we will have the discussion in Russian. Would you be kind enough to use your headphones? Because I'm switching to Russian. Thank you very much indeed. Дамы и господа, дорогие друзья, это большая честь и привилегия для меня провести эту дискуссию с Михаилом Борисовичем Ходорковским, человеком, который стал символом инакомыслия, личной, персональной свободы в России. И мы понимаем, что сегодня нельзя допускать ошибку, отождествляя путинизм и Путин с Россией, потому что существует Россия, которая будет существовать, и в такой демократической, свободной России мы все нуждаемся и о ней думаем. И, конечно, она будет связана с людьми, такими как Михаил Ходорковский, как Михаил Касьянов, Андрей Пенковский, с великими россиянами. И для меня большая честь сегодня как раз провести дискуссию с господином Михаилом Ходорковским. И с вашего позволения я попрошу, чтобы Михаил Борисович просто прочитал бы свой маленький как бы или доклад, или размышления свои, а потом уже у нас будет дискуссия. Спасибо. Михаил Борисович. Коллеги, я позволю себе смотреть свои записи, потому что это позволит нам всем побыстрее пройти эту неприятную часть очередного выступления. Вы их уже много слышали. События последнего года показывают, что Европа вплотную приблизилась к зоне турбулентности. В числе прочего, украинский кризис стал новой константой европейской политики. Он не завершится завтра, поэтому психологически надо быть готовыми к тому, что использовать инструменты придется длительного действия, рассчитанные не на один год и, может быть, даже не на одно десятилетие. Европа длительное время игнорировала тревожные сигналы о нарушении прав человека в России, о разрушении судебной системы, о деградации демократии, полагая, что, в общем, все это мелочи, которые не должны влиять на большую политику. Но теперь, когда Украина заполыхала, Европа встрепенулась и обнаружила, что ей нужно научиться сосуществовать с агрессивным режимом, который враждебен европейским ценностям. Пока единственным международным инструментом сдерживание агрессии Кремля являются экономические санкции. Эти санкции были приняты как чрезвычайная мера при чрезвычайных обстоятельствах, когда речь шла о предотвращении крупномасштабной войны в Европе. Сегодня, оглядываясь назад, мы можем сказать, что санкции сыграли свою позитивную роль. Но долгосрочный эффект от этих санкций в их нынешней форме выглядит спорным. Санкции существенно снизили экономические возможности Путина и его режима. Но главное даже не в этом,
они продемонстрировали единство и решимость Запада, которую в Кремле не предвидели. Путина остановили не экономические трудности, как таковые, а невозможность просчитать, насколько далеко готов зайти Запад в своей поддержке Украины. Неизвестность и неопределенность, она всегда пугает больше, чем реальные угрозы. Но всегда есть но. Одновременно санкции способствовали консолидации элиты и российского общества вокруг режима, что на самом деле почти всегда происходит, когда появляется образ внешнего врага. Тем самым, сузив экономические возможности режима, расширились его политические возможности. Ему дали тот уровень поддержки, на который при других обстоятельствах он не мог бы рассчитывать. Эта политическая подушка безопасности, как ни странно, сама по себе является фактором, способным спровоцировать новый всплеск агрессии. Одновременно санкции вызывают серьезное недовольство в экономических и политических кругах самой Европы. Мы видим, что популярность Путина среди крайне правых партий Европы, да отчасти и левых, растет. Европейские сторонники Путина, о которых не стоит забывать, будут стремиться подорвать единство Европы, исповдаль формируя толерантные отношения к путинскому режиму. Не сомневаюсь, что хорошо известные коррупционные практики нашей власти найдут здесь самое широкое применение. Все это рано или поздно приведет к коррозии санкционной политики и существенному снижению ее действенности. В ней то в одном, то в другом месте будут образовываться бреши, и общий эффект от санкций будет смазываться. Именно поэтому сейчас надо задумываться о стратегии на длительную перспективу. Это вовсе не значит, что Европа должна капитулировать перед путинским режимом, что надо забыть и простить украинскую военную авантюру и откровенный политический шантаж. Просто нужно искать более эффективные, более избирательные, рассчитанные на длительное применение меры воздействия, эффект от которых в перспективе не будет перевешивать, обратный эффект от которых не будет перевешивать их конструктивное влияние. Европа должна задуматься над тем, как подавить экспансию коррупционных и реваншистских сил в России, не способствуя сплочению вокруг них наций. Хороший пример здесь закон Магнитского. Не устану повторять, надо различать меры, предпринимаемые против путинского режима, и меры, предпринимаемые против России и российской экономики в целом. Полагаю, что от вторых надо со временем избавляться, замещая их адресными санкциями против верных путинцев и тех, на кого они опираются. Прежде всего, тех, кто создает им экономическую базу, против силовиков, которые превратили всю Россию в тюремную зону, против криминала, который, как мы сейчас можем убедиться, зачастую становится инструментом внешней агрессии. Не надо помогать создавать для Путина и его друзей внутри России образ борцов
за спасение русского мира. Наоборот, Европа должна показать, что наглое, беспредельное, незаконное обогащение является единственной целью этих людей. Что под прикрытием разговоров о величии России на самом деле они грабят свою страну, разрушают ее международный авторитет, лишая будущие поколения российских граждан перспективы. Европе на самом деле есть что сказать на эту тему, но она почему-то стыдливо молчит. Оказалось, что намного легче принять секторальные санкции, чем открыто рассказать, какими благами на Западе пользуются деятели режима и кто выступает на их стороне, и почему выступает на их стороне. Режим не висит в воздухе. Он активно поддерживается людьми, которые научились извлекать немалую выгоду из его существования. Это и бюрократы, проросшие в бизнес, это и капитаны бизнеса, сросшиеся с бюрократией, и ставшие по сути своей доверительными управляющими принадлежащих режиму активов. Это и силовики, реализующие террор, и пропагандисты, его оправдывающие. Все они служат режиму не бескорыстно. Все они вместе скупают, запугивают и обманывают российский народ, превращая его в послушное орудие для своих манипуляций. Вот против этих людей, а не против российского народа, должно быть направлено воздействие. Зачастую для воздействия на путинский режим не нужны какие-то экстраординарные меры. Нужно лишь вдумчивое и системное применение существующих законов, целью которых является борьба с экспортом коррупции и отмыванием денег. Но выясняется, что самое простое является самым сложным. В то время как обычному российскому предпринимателю сегодня невозможно и вздохнуть в Европе свободно, так зарегулированы в результате, в том числе и санкционной политики, все простейшие процедуры. Высокопоставленные бандиты и казнократы проходят через них, как нож, разогретый через масло. Я понимаю, что непростая задача решить эту проблему, неординарная к тому же. Европа, уверен, не сталкивалась еще с таким масштабным экспортом коррупции, к тому же координируемым на государственном уровне. Готовых решений нет, но есть одно испытанное средство. Информация о том, чем владеют или владели российские элиты на Западе, куда и откуда идут финансовые потоки из России, с кем и о чем договаривается окружение Путина, должна быть открытой. Россия должна знать своих героев, а Европа своих и чужих. Выстраивание системы сдерживания одного из самых мощных коррупционных режимов этого мира – это непростая задача. Но только сдерживания недостаточно. Проевропейски настроенная часть российского общества должна понимать, что ее часто самоотверженные усилия не остаются незамеченными здесь. Задача вовлечения, политики вовлечения, должна продолжать решаться, но только не в отношении кремлевского режима, а в отношении российского общества. Причем решаться абсолютно практически в вопросах визовой политики, поддержки средств массовой коммуникации и тому подобное. Вот задачи сдерживания и вовлечения, они непростые, но их надо решать,
не только в интересах и не столько в интересах России или даже Украины, сколько, собственно, в интересах самой Европы. Спасибо за внимание.